Здравствуйте, друзья! Тема видео – сырники без яиц – вкуснейшее блюдо для полезного и сытного завтрака. Сырники без яиц получаются нежными, мягкими и вкусными. В процессе приготовления они не разваливаются, прекрасно сохраняя свою форму. Такое кушание часто можно встретить среди рецептов правильного питания, потому как оно выходит более легким и менее калорийным. Как приготовить сырники без яиц? Творожники без яиц можно жарить на сковороде, запекать в духовке и даже готовить на пару. В процессе приготовления нет ничего сложного. Рекомендации, представленные далее, помогут приготовить блюдо вкусным даже тем, кто это делает впервые. Первое. В тесто не нужно класть больше муки, чем указано в рецепте. В противном случае изделия выйдут сильно плотными и невкусными. Второе. Если хочется, чтобы сырники были однородными, творог лучше предварительно пюрировать блендером или перетереть его через сито. Третье. Сырники можно жарить в масле, а можно и без него. Во втором случае нужно использовать сковороду с антипригарным покрытием. И четвертое. Для приготовления сырников лучше использовать творог средней жирности. Слишком жирный домашний сыр для этого блюда совсем не подходит. Сырники из творога без яиц. Рецепт. Сырники из творога без яиц приготовление по данному рецепту получается невероятно нежными и аппетитными. Больше сахара, чем здесь указано, брать не нужно, чтобы творог не потек. Лучшее изделие потом сверху притрусить сахарной пудрой. Мука в рецепте может быть любая, пшеничная, кукурузная или рисовая. Ингредиенты. Творог 9% жирности. 350 грамм, соль, щепотка, пшеничная мука 30 грамм, песок сахарный 1,5 чайной ложки, мука для панировки, масло без запаха. Приготовление. Первое. Творог смешивают с сухими компонентами. Второе. Из теста формируют толстый жгут и разрезают его на небольшие кусочки. Третье. Каждый из них панируют в муке. Придают им нужную форму и отправляют на сковороду с маслом. Четвертое. Когда низ подрумянится, переворачивают сырники без яиц и доводят до готовности. Приятного аппетита!